Нет, я снимаю лошадок.
Северо-Чуйский хребет. Мы поднимаемся к ретранслятору. Тут 8 градусов тепла. Внизу около 30, наверное.
поднимается туман в гору. А вот здесь вот можно как раз. Там как он ползет, этот туман вверх. На штативе, наверное, спокойнее все это будет. А сейчас он перестал ползти, сова такая. Не, маленько ползет. Ночью шел дождь, а теперь туман. Между коней. Давай. Между коней. Да. Смотрел. А я видео снимаю. Между табунами небольшими. А здесь.